Добрый день. Вот я открыла свои розы. Вот они будут такого видео. Не знаю. Вроде все живы. Все в бутонах. Немножко поломались, но это не страшно. Вот такие вот у меня розочки посыпали. Знаю, не очень я в этом разбираюсь пока. Все хорошо. Вот на вальс мне маленькая такая. Вот мне такую вот прислали. Не знаю, в каком она состоянии. Это императрица Фарах. Это Фредерик Мистраль. Очень хорошее укрытие было. Очень. Это плетистые лавинья. Лагуна сломалась очень. Одна ветка хорошая, жалко. Тут что-то пытается расти. Не знаю, вырастет, не вырастет. Это Александра Акинская. Устинка. Пьедрансер маленькая, молоденькая. Это циклонин Пьедрансер. Вот примерно так. Это тоже устинка. Это мой любимый Мишель Друкер. Вот это какая-то странная. Не знаю, шиваю, но нажимаю. Посмотрим. Это First Lady, очень она мне нравится. Маленькая бруль. Вот все так выглядит примерно. Ну, это Бетим. Это моя капуста. Это моя Фламинтонс. Вот, вот так примерно все. Вот. Всего доброго.